Прошу прощения еще раз, я тут немножко баловался с настройками всевозможными, думал ограничить окошко вещания исключительно виртуальной машинкой, но там что-то не срослось, и я, видите, только время зря потерял. Значит, сейчас я притащу машинку на этот экран, и мы с вами начнем. Значит, смотрите. У нас сегодня довольно интересная тема, связанная с тем, что... Давайте вот даже вот так вот сделаем. Вот так вот, да? Связанная с тем, что мы с вами поглядели на то, как устроено... Как устроено... Оу. Я прошу прощения, тут еще и меня плохо видно. Мы с вами поглядели на то, как устроена операционная система, скажем так, в ее статическом состоянии. То есть, когда у нас старт операционной системы, это, собственно, запуск каких-то сервисов при старте, то, что делает SystemD, да, монтирование, еще чего-то и так дальше. Для управления такого рода сервисами на операционной системе мы пользовались сигналами, которые суть просто сообщения, содержащие один только номер. Да? Мы пользовались командным интерфейсом SystemD, который тоже, в общем, может передать там парочку каких-то, значит, ну, например, он может остановить, перезапустить вот это все. Вот. И еще для передачи данных между процессами мы можем, например, воспользоваться или файлом в него что-то записать, или это самое, пайпом один читает, другой пишет, или сокетом, когда соединения двунаправленные. Вот. Или, допустим, разделяемой памятью и очередью сообщений. У всех этих методов, про которые я рассказал, есть один важный недостаток. Если мы собираемся планировать довольно сложную прикладную архитектуру, то есть не базовая операционная система с какими-то сервисами основными, да, а какую-то сложную архитектуру, ну, допустим, ну, не знаю, там, вот эти компоненты рабочего стола, да, вот рабочий стол графический, который сейчас запущен, он состоит из нескольких компонентов, вот. Сейчас давайте посмотрим даже. Во, смотрите. Обратите внимание, что... А, это вискер-меню. Какой-то Power Manager, да, какой-то система нотификации, терминал наш запущенный. Вот. Служба настроек, служба запуска сеансов. Короче говоря, рабочий стол, где-то еще должна быть панель. Давайте посмотрим. И не одна, потому что есть панелька, а в панельке запущен врапер. Вот. Ну, короче, вот. Панель – это вот этот вот процесс. Ну и так дальше. Рабочий стол – это множество процессов, которые, значит, запускаются и организуют вам некоторый интерфейс. А если вдруг по отчаянию это множество процессов захочет общаться между собой, в первую очередь, конечно, не просто данные передавать, потому что данные, ну, не знаю, тексты можно передавать по сокет, а в первую очередь, разумеется, управлять друг другом, да? Какими-то более сложными способами, чем остановить, запустить, да? Ну, например, ну, не знаю, копипейст какой-нибудь уставить или еще что-нибудь. Да, вот вы файл захватили, перетащили, сбросили. Кто, собственно, виноват в том, что от того, что вы в одном месте имя файла захватили, перетащили в другое окошко и там бросили, это другое окошко распознало, что это файл, что его надо скопипастить, ну и так дальше. А фиг его знает кто. Вот. Короче говоря, у всех рассмотренных нами способов межпроцессных взаимодействий был главный недостаток. Это тот факт, что они никак не, первое, типизируют данные, которые внутри них ходят. То есть, помните, когда мы месседжи слали, это просто блок. Из чего он там состоит? Если там, допустим, сложная структура, то это наша задача
распарсить эту сложную структуру и распознать ситуацию, в которой нам передали не ее, что нам передали какой-то мусор. Вот. Как вы понимаете, ситуация принимать блок, а потом кастить его, превращать в сложную структуру, ну, допустим, хотя бы в список строк, плохая ситуация. Да? Было бы очень неплохо запретить тому, кто отсылает этот блок, передавать что-то, кроме списка строк. Короче, нужна типизация. Это первая проблема. Отсутствие типизации. И вторая проблема состоит в том, что для такого рода управляющих интерфейсов нужно создать пространство имен. Хорошо, когда у нас есть процесс, у него есть ID, и этому процессу, процессу ID можно послать сообщение, сигнал. Уже несколько хуже, когда мы, как это делалось в лекциях, регистрируем в специальном namespace, допустим, POSIX Shared Memory объект, Shared Memory Object. Они бывают нескольких видов, эти самые Shared Memory Object, поэтому мы с вами проходили те, у которых есть отображение в PROS, нет, девшему, а бывали, которых нету, неважно. Важно то, что если мы не договоримся о том, как они называются, эти Shared Memory Object, мы начнем друг другу мешать. Собственно, на практикуме, когда мы писали маленькую программку на C, я сказал, давайте ваш Shared Memory Object будет по имени, имя свое включать в ваш логин name. Вот тогда у нас namespace clash не получится. Но это такая доморощенная наколенная практика, хотя примерно такая же практика, сейчас мы ее увидим, в принципе, принята. Да? Нужно как-то договориться об этом namespace. Вот. И в-третьих, конечно же, если мы планируем межпроцессные взаимодействия, я их тут две штуки запустил, с достаточно сложной структурой, то понятное дело, что обычной картинке послать сигнал и получить этот сигнал, и послать сообщеньку, получить сообщеньку, вообще говоря, недостаточно. Вот. Когда-то давно, давайте поищем это слово, корба. Когда-то давно в компьютерном мире была придумана система, которая по-английски расшифровывается как Common Object Request Broker Architecture, то есть некоторая обобщенная архитектура объектов, которые друг другу кидают разного рода сообщения. И между ними есть такой диспетчер, брокер этих сообщений. Если мы такую архитектуру опишем, то мы можем наши приложеньки представлять в виде таких источников и приемников этих самых реквестов. А вот этот брокер представляет как такое пространство имен, где публикуются возможности по приему таких реквестов, и через которые, собственно, они ходят. Да? То есть описать некоторую структуру, внутри которой можно зарегистрироваться, сказать, что у меня такие-то объекты, и эти объекты имеют такие-то методы. Вот эти методы вы можете вызывать. И дальше путем общения с этим брокером другие приложения могут эти методы вызывать. Вот. Архитектура Корба, она была довольно развесистая. Вот, по времени тут не написано, когда она была создана, первая модель. Вот. Ну, в общем, довольно давно. И надо сказать, попытки в прошлом тысячелетии создавать некоторые достаточно большие системы согласно архитектуре Корба не то чтобы завершились неуспехом, но сразу выяснилось, что на тогдашней технике настоящая Корба-архитектура выжирает там, ну, процентов 80-90 на обслуживание процессорного времени, да, и оставшееся время на собственную работу. Вот. Даже была попытка сделать графическое окружение полностью на Корба-архитектуре, но она там же оказалась очень медленной, ну, на чем, в общем, это все и остановилось. Но компьютеры как бы все, работают все быстрее, люди становятся более мудрыми или, по крайней мере, приобретают опыт. И было замечено, что если вот в эти object request'ы не включать, собственно, данные, ну, скажем так, большие потоки данных,
То есть, если ограничить эти реквесты управляющими запросами, типизированными, развесистыми, требующими регистрации, все остальное, но исключающими передачу каких-то данных пользовательского уровня, неуправляющих. Ну, допустим, там вот фильмы гонять через это не надо. Так вот, если это сделать, то нагрузка на вот такую вот межпроцесс, сеть межпроцессного взаимодействия слегка падает, и, в принципе, это можно реализовать. И аналогов подобной системы было реализовано чертова прорва разных. В частности, каждый интерфейс рабочего стола в свое время, там лет 20 назад, 10, предполагал свой собственный механизм межпроцессного взаимодействия, по которому приложения могли друг с другом общаться. До сих пор предполагает, никакой полной унификации на этот счет пока что не введено. В какой-то момент организация под названием FreeDesktop.org, которая, скажем так, она озаботилась, не которая, а она, да, значит, в какой-то момент организация FreeDesktop.org озаботилась стандартизацией, собственно, рабочего стола, окружения для работы в Unix-подобных системах, и начала более или менее приводить в порядок всевозможный огромный зоопарк того, что уже было к этому моменту разработано. Там было очень много всяких стандартов, про них, может быть, мы успеем поговорить, может быть, не успеем, но главное, не главное, а главное на сегодня, что был разработан общий стандарт вот такой вот шины передачи данных, который получил название D-Bus или Message Bus. Вот он, Message Bus System. Значит, что это такое? Это некая API, то есть Application Program Interface, набор функций для программирования, с помощью которого вы можете посмотреть, какие в данный момент объекты существуют вот в этом пространстве имен, б, посмотреть, какие эти объекты предлагают функции, в, вызвать эту функцию с нужными параметрами и получить результат работы. Все это происходит не путем как бы компиляции все это в одну кучу, а путем ходьбы к специальному, специальной программе, которая называется, собственно, MessageBus или DBus демон. Вот. А она уже ходит дальше к поставщикам подобного рода сервисам. Это что-то вроде Remote Procedure Call, RPC, только опосредованный путем вот этого самого брокера. Вот. Как там внутри, снизу это организовано, вообще говоря, неважно. На стандартизацию, дорогой зигзаг, никто не выдает полномочия. Там все очень просто. Кто первый надел халат, тот и доктор. Вот. Если вы не обладаете, скажем так, хорошей историей и именем, вы можете сколько угодно выпускать стандарты, но вас никто не услышит. FreeDesktop – это достаточно солидное сообщество, да, это не организация, в первую очередь, комьюнити. Вот. И, в общем, тут ситуация следующая. Да? Если есть хороший стандарт, то лучше ему следовать, чем выдумывать свой. Вот. То есть, если вы что-то делаете, да, и у вас фантазия очень буйная, то делайте свой. А если фантазия ваша не очень буйная, то лучше воспользоваться имеющимися наработками, а еще лучше к ним присоединиться. Вот. Значит, да. Так вот, значит, что предлагается? Какая предлагается архитектура? Эта архитектура, кстати сказать, достаточно похожа на то, что предлагалось в Корбе, но, конечно, существенно более простая, оптимизированная именно на то, чтобы не выжирать за счет универсальности и развесистой логики, не выжирать, чтобы был небольшой оверхед. Эти слайды наполовину хороши, наполовину нет, потому что они посвящены конкретному совершенно графическому окружению GNOME, которым мы не пользуемся. Вот. И там есть довольно много специфики этого самого GNOME. Зачем я, почему я ищу эти слайды? Потому что начало их очень мне показалось разумным и вменяемым. Значит, вот рассказ про то, что такое D-Bus. Я уже проговорил все это, за исключением того, что
в современных Linux, операционных системах на базе Linux чаще всего таких шин передачи данных, то есть таких брокеров, запускается больше одного. В нашей системе их два, а возможно и три. Ну, один для операционной системы, грубо говоря, рутовый, да? И один лично для вас. А третий еще бывает так называемый accessibility, но кажется, он у нас не работает. Вот, два. Значит, это IPC, то есть Inter-Process Communication, но оно высокоуровневое, то есть в нем поддерживается типизация, в нем есть пространство имен, где вы можете зарегистрировать свой сервис, который принимает данные такого типа, и описать. Это называется, забыл слово, сигнатура. В виде сигнатуры описать, какого типа данные вы готовы принимать. И, соответственно, клиент, который посылает эти данные, должен послать именно данные этого типа. Ну, скажем, там, массив строк, да, или что-то более сложное. Про более сложное мы сегодня посмотрим. Вот. Кроме того, еще одна штука, которой не хватало в системе сигналов или сообщенек, это мультикаст. Ситуация, когда вы говорите, значит так, вот сообщение особого типа, принимайте его все, кто подписался принимать такого типа сообщения. Я всем говорю. Вот. В жизни зачем это бывает нужно? Ну, например, у вас подключилась аудиокарта. Новое. Ну, вы воткнули, допустим, включили гарнитуру, эту самую, блютусную. Вот. Вообще говоря, никто не знает, кому нужна новая аудиокарта. Поэтому по вашей пользовательской шине Dbus пробегает так называемый сигнал. Появилась новая железка. Она умеет то-то, то-то и то-то. И все приложения, которые заинтересованы в обслуживании такого, в получении такой информации, этот сигнал хватает. И это совсем не то же самое, что системный сигнал, обратите внимание. Да? Сигнал в понятии POSIX – это когда один процесс, ну или ядро, посылает его другому процессу. Здесь это именно мультикаст сообщение. Это сообщение, которое зафигачивается в Dbus, а кто его там поймает – да. Ну и point-to-point, когда вы конкретному получателю посылаете. Вот. Значит, freedistop.org здесь указан как организация, которая аккумулирует стандарты на этот счет. И вот тут описано три рабочих, графических рабочих среды, используемые в GNU Linux системах, которые пользуются на сегодняшний день, более или менее пользуются этим самым MessageBus. Он же Dbus. Архитектура. Значит, смотрите, у нас есть вот эта общая шина, вот она. Для того, чтобы вас, вашу программу стало видно на общей шине, нужно сделать две вещи. Первое, нужно к ней как-то подключиться, и вам выдают временный идентификатор. Вот это вот двоеточие тролливали, это идентификатор подключения к шине. Ну, идентификатор. И нужно объявить о том, какого рода объекты вы, собственно, предоставляете. Значит, нужно представиться так называемым well-known name. Вот. Это и есть то самое пространство имен. Вы говорите, мое приложение – это org, freedesktop, modem manager 1, например. Мы сейчас посмотрим с помощью специальных инструментов, как это все выглядит. Я пока про архитектуру. Итак, вы подключаетесь к шине. Вам выдается идентификатор, который вы сами знаете только. Вот. И вы на этой шине анонсируете, что вы это приложение вот такое. Обратите внимание на такую немножко доменную систему имен. Да? Значит, первое слово очень общее, например, org. Второе слово чуть менее общее. Третье слово фактически описание того приложения, которое в данный момент регистрируется. Да? Вот. Значит, традиционно вот это well-known name формируется из доменного имени, допустим, вашего комьюнити, написанного задом наперед, и некоторого уникального названия вашего приложения внутри вашего комьюнити. Понятное дело, что если вы org freedesktop, вряд ли у вас есть несколько приложений под названием Modem Manager, в смысле несколько разработок с одинаковым названием. Такие дела.
Следующий уровень детализации. Ваше приложение предоставляет объекты. Вообще говоря, традиционно объект один, и имя его, как видите, совпадает с именем well-known name. Но, в принципе, вы можете предоставлять одно приложение, может предоставлять несколько объектов. Это немножко, ну, редкость, но бывает такое. Вот, значит, имена well-known name – это как бы доменное имя задом наперед, а имена объектов – они как пути в файловой системе, видите? Вот. Значит, итак, ваше приложение говорит, у меня такой-то объект. У этого объекта есть, ну, методы. Вот. Значит, объект предоставляет метод, ну, в данном случае Object Manager. Вот. Тут мы немножко как бы отходим вот от этой парадигмы, ну, типа URL, адрес сайта, путь к, значит, объекту, потому что ваш объект, его спецификация того, что он предоставляет, тоже, видите, имеет вот такую сложную структуру. Это нужно вот для чего. Это нужно для того, чтобы, например, можно было предоставить метод, здесь это называется интерфейс, совершенно другого производителя. Да? Вы говорите, а вот я написал еще один скринсейвер, и он, мой скринсейвер, предоставляет типизированный объект, который на самом деле org freediscope, что-то там скринсейвер. Да? При этом ваш well-known name вообще-то не org freediscope, потому что вы сами его написали. Объект, который вы регистрируете, тоже не org freediscope. А вот интерфейс, который вы регистрируете, он будет скринсейвером. И к нему можно будет обращаться. Ну вот. Соврал. Значит, я назвал его методом? Нет. Значит, интерфейс – это именно интерфейс. Это как объект в вашей программе. Да? Вот вы придумали объект под названием скринсейвер. А вот у него, у объекта, есть методы, которые можно вызвать, и результат которого можно получить. Вот такая вот картина. Вот весь этот рассказ. Значит, помимо в интерфейсах, помимо методов, которые можно дергать, есть также property. Это поля, которые можно записывать и считывать. И вот те самые сигналы, о которых было сказано в начале, это такой интерфейс, вернее, такое умение интерфейса получать сообщение широковещательного плана. То есть вы вбрасываете этот сигнал, он шмяк и пошел всем. Вот. Или отправлять. Мы этим заниматься не будем, почитайте документацию, или, если успеем, может быть, займемся, просто мы не успеем, нам надо много всего сделать. На этом интересная часть этих слайдов заканчивается, а мы с вами откроем терминалку, и в этой терминалке что-нибудь поделаем. Значит, ну, допустим, JBoss send. Значит, самая низкоуровневая утилита, я покажу ее, а потом буду к ней редко обращаться, потому что она страшно неудобная. Самая низкоуровневая утилита называется DebugSend, и она позволяет засунуть в соответствующий DebuS. Слушайте, давайте с другого конца начнем. Сейчас мы начнем с другого конца. Допустим, мы поставим пакет, ну, у меня он уже стоит, который называется defit. Вот. У кого не стоит, просто поставьте. Вот, например, на практику мы будем его ставить. Defit – это браузер. Браузер. Дебасов. Вот их два. System bus и session bus. Давайте я покажу. Алексей, может быть объект без интерфейса, но тогда он не нужен. Например, объектом без интерфейса является ситуация, когда вы зарегистрировали сношение, но не для того, чтобы что-то предоставлять, а для того, чтобы посылать туда. Вот этот самый уникальный идентификатор, он может быть выдан программе клиенту, которая ничего не собирается анонсировать. Если она ничего не анонсировала, то она, наверное, какой-то объект, но она не предоставляет никаких интерфейсов. Вот. Но у нее и well-known name нету. Хорошо, значит, давайте я хотел показать что?
Я что-то... А! Вот, смотрите, у нас запущено два... Давайте еще пользователя сюда вставим. У нас запущено, собственно, два DBus-демона. Один с идентификатором MessageBus. Тут Message Plus написано, на самом деле это MessageBus. А другой с идентификатором User. User – это я. Это мой идентификатор. Вот, значит, вот это системный, и на нем висят всякие системные службы. Да, системные службы тоже умеют общаться с прикладной шиной данных под названием DBus и через нее получать всевозможные команды. Вот, значит, это, значит, системный, а это специально для вас запущенный от имени пользователя, который, соответственно, позволяет, ну, вы имеете все права с ним работать. Вот права на работу с системным DBus'ом и так же, как с системным SystemD, вы имеете только в случае, если вам их выдали. Вот. А своим собственным сколько угодно. Мы сейчас все это посмотрим. Вот, значит, так вот их там два. Этот самый DFIT нам их показывает два. Вот этот системный, а вот этот сессионный. Системный, в нем можно найти всевозможные... значит, вот, смотрите, вот это... Давайте, возможно, не очень хорошо видно, но видно. Вот это подключенные к шине всевозможные приложеньки. И тут прямо видно, какие именно приложеньки подключены. Видите? Да? Какой-нибудь NM-аплет. Это вот эта вот штука, NM-аплет. Какой-нибудь Pulse Audio. Это сервер этого самого звука. Ну и так дальше, и так дальше. Да? Значит, приложеньки подключаются к шине, получают универсальный идентификатор, уникальный идентификатор в рамках данного сеанса. Понятное дело, что в следующий раз они могут подключаться в другом порядке, получат другие идентификаторы. Эти приложения анонсируют себя свое well-known name. Вот они, это, эти имена. Видите, больше, много из них начинается на org. Да? Ну вот, например, org for desktop network manager. Да? Значит, network manager, не аплет, сам network manager, запустился и анонсировал свое имя org for distort network manager на системной шине, на системном DBus'е. Обратите внимание, вот он написано. User has been network manager. Сейчас. Нельзя сделать. Может быть, вот так можно. Да, вот. Это то, что SystemD запустил. Как видите, он довольно много при этом анонсировал путей к объектам. Вот. Ну, в частности, мы видим, что у него есть три девайса. Девайс 1, девайс 2, девайс 3. Вот. Особенностью организации DBus'а является так называемая интроспекция, термин из программистской среды. Вы всегда можете посмотреть, вызвав специальный метод интроспект, структуру того объекта, в который вы заглядываете. Вот давайте мы дернем его. И нам вылезет XML, в котором написана структура объектов. Вот она. Из этой структуры объектов можно сделать вывод, какие есть дальнейшие методы у, собственно, этого объекта. Вот. И какие у этих методов параметры. Сейчас я попробую ту же самую командочку ту же самую командочку вызвать из командной строки. Значит, повторяю, я постараюсь больше ей не пользоваться, она ужасна, но ну да ладно. Значит, DBus, да нет, DBus send минус-минус session, а нет, system, мы в system ходим, минус-минус print reply, минус-минус destination, а дальше нам нужно, значит, посмотреть, какой даст destination. Destination у нас org free desktop modem manager, да? Network manager, дальше мы должны, давайте сейчас сделаем, что нам скажет, это был destination.
Дальше Object Path. Какой Object Path? Ну, мы хотим вот Devices 1, да? Как бы его... Work, Free Desktop, Network Manager, Devices 1. Ну, хорошо, давайте пальцем набирать. Org. Free Desktop. Network Manager Devices 1. Сез. Вот. И теперь надо вызвать функцию какую-нибудь из него. То есть метод. А, нет, не так, да? Это еще пока Object Path, да? Это Object Path, а нам нужно достучаться до объекта, собственно. Это path, а это объект. До интерфейса. Значит, мы сначала смотрим в интерфейс. Интерфейс будет называться Org Free Desktop Debus Introspectable. Застрелиться писать. Вот непригодно это для командной строки просто ни разу, как вы понимаете. Почему Debus? А, ну да. Org Free Desktop Debus Introspectable. Ща. Ай. Какими там буквами Debus? Debus большими буквами. Debus Introspectable. Вот. Он говорит, что... Ну хорошо, ладно. Давайте попробуем сразу вызвать метод. Метод интроспект. Да? О! Только он ничего не вывел. Зато он сработал. А интересно, почему он не вывел ничего? Должен был что-то вывести. Ну-ка, давайте дернем его. Нет, тут вот у меня сработало. А, осер. Угу, спасибо. Где-то я ошибся. Осер, понятно. С самого начала ошибся. О, пожалуйста, спасибо большое, Алексей. Вот он сработал. Он нам вывел чего? Он нам вывел XML, который описывает, какие у данного объекта есть методы. Вот это интерфейс, а вот его методы. Get, getAll, set, ну и так дальше, и так дальше. Сигнал, я думаю, вот это properties changed, это сигнал. Это означает, что изменились настройки данного объекта, и он так, фух, у меня тут настройки изменились, никому не интересно. Вот. Ну и так дальше, и так дальше, и так дальше, как видите. А это property, то бишь, да. Мы можем даже из него попробовать сказать ему... Раз уж мы знаем property, допустим, интерфейс сказать, да, посмотрим, что получится. Он говорит, что это devices 1. Он и так знает. А, no such. Да, потому что introspectable. Да, значит, давайте. Как оно называется? Debus properties. Properties. Точка. Что там, интерфейс? Интерфейс. Да что ж такое? Что я сказал не так? Короче, как вы можете заметить, очень мутная с точки зрения командной строки, мутные и неудобные, даже не буду продолжать, мутная и неудобная организация, потому что она не для командной строки. Потому что она для программирования. Вот мы сейчас будем на питончике писать программку, и все у нас получится. Вот. Но прежде чем начнем писать программу на питончике, я все-таки на себя возьму смелость и скажу, что помимо, значит, вот этого дефита, есть еще пакет, который называется CudaBus. Вот...
Вот. Так вот, значит, пакет QT5 Dbus в Linux называется так, и, соответственно, у него есть два, собственно, бинарника, QDBus и QDBus View. И вот эти два бинарника, сейчас мы все закроем, они, особенно тот, который просто QDBus, если его использовать вместо DBusSend, прямо небо и земля. Значит, ну, во-первых, давайте запустим Viewer, но со Viewer все понятно, это такой же дефит, только QT-шный. Вот, системные, ну, в общем, та же самая история. Это системный, да, где там Network Manager наш? Ну, вот он. Да, та же самая картина, devices, один, properties, get all, жмяк. А там надо узнать интерфейс name. У него параметр есть. Вот. Вот почему у нас не работал. Ну, не важно. Важно то, что это вот такой браузер, примерно такой же, да. А вот QDBus это чуть ли не единственная командная утилита командной строки, с которой, которой вообще можно пользоваться на этот счет. Выглядит она так. Вы можете нажимать Tab, и он вам подскажет, что именно, да. Org FreeDesktop Network Manager. Сейчас. Где там Network Manager-то был? А его тут нет почему-то. А, потому что QDBus по умолчанию, да. Я нажал Tab. Я вот здесь вот вообще никогда ничего не смотрю. Я говорю FreeDesktop, Tab, Network Manager, Tab. И он мне показывает, что есть. Окей, значит, берем вот этот девайс, да, там. /org, FreeDesktop, Network Manager, Devices, 1. А это его методы. Всякие. Ну, допустим, org, FreeDesktop, Network Manager, Device. Ну, что там? Ой, нет. Интерфейс. Ло. Неудивительно, что первым в списке интерфейс ло находится. Да? Вот давайте найдем там этаж 1. Я вангую, что это будет девайс номер 2. Этаж 0. Вот. Через этот интерфейс можно также и управлять этими службами. Но сейчас я, наверное, делать это не буду, просто потому что долго, а времени у нас нету. Но мы все равно мы поуправляем. Мы просто поуправляем чем-то, кое-чем другим попроще. Такие дела. Значит, как видите, простейшая утилита, которая DBusSend, она, конечно, ужасна. Вот, мы еще увидим, если успеем, попробуем с помощью нее что-нибудь послать, поуправлять с помощью нее DBus-службами, и мы увидим, насколько это тяжело. Утилит, которая написана на языке высокого уровня, например, на Qt. Qt – это такой, такая библиотека вокруг C++, которая, в общем-то, не совсем C++. Потому что там есть всякие интересные штуки вот, над C++-ные. Ну так вот, утилиты, написанные на языке более высокого уровня, например, могут делать такие штуки, как превращать результат интроспекции в уже список методов непосредственно, чтобы мы могли этими методами пользоваться. Вот как здесь. Я нажал Tab, а он по интроспекции, он мне соответствующий объект, и показывает его методы. Вот. То же самое, кстати, относится к утилитам, написанным на языке Python. Вот. Вот с питон-то мы сегодня не начнем. Значит, итак, DBusSend или QDBus, или соответствующие графические вьюеры позволяют нам оглядеть структуру нашего DBus. Вот. А специальный модуль, который называется PDBus, позволит нам что-нибудь написать на питончике. А вот. На питончике. Тут есть простейшие примеры. Я вот сейчас с них прямо и начну.
Давайте мы создадим какой-нибудь каталог. Вот. И прям скопипастим туда примерчик. Ну, вот этот, скажем. Нет, это плохой примерчик. Хотя... Давайте сделаем не так. Давайте мы сделаем интереснее. Мы сделаем вот так вот. Тихо, отстань, противная. И будем из командной строки этот примерчик набирать. Вот. Пакет нужно ставить. Опять же, в Linux мы сейчас поставим его на практикуме. Вот. Это довольно старый пакет. Его главная фишка, что он такой же, как в случае Qt. Он умеет сам делать интроспекцию, и нам не нужно ходить к самому дебасу из программы за данными, чтобы понять, как называются, скажем, методы. Ну, мы сейчас все это увидим. Окей, значит, что тут написано? Ну, вот, допустим, что у него есть? Session bus, system bus, остальное ерунда. Ну, вот session bus пускай будет. Шмяк. Что умеет session bus? Session bus умеет... есть метод get. Вот. Я бы хотел посмотреть содержимое как-нибудь. bus.get. Ну, давайте. Значит, bus.get. Что мы там... А, надо его посмотреть. Давайте в соседнем окошке просто посмотрим. Да? Чё-чё-чё? Куда bus, я сказал? Значит, обращаю ваше внимание, что куда bus без параметров идет как раз к сессионному пользовательскому дебасу. Ну, тут есть много всего. Я... Из этого всего умею, например, куда ходить? Что у нас тут есть? Ну, вот, например, notifications. Вот так же, как в этом самом, в примере сказано. Давайте напишем это. Значит, где там get? Сейчас. Bus get, значит, что там? Org free desktop notifications, это этот самый имя сервиса. Org desktop notifications, это его объект, который он предоставляет. Ну, давайте проверим, что это так. Но это так. Да? Что там? Defeat, да, мы вызывали для этих счетов. Defeat. Вот мы посмотрим. Org free desktop. Только сессионный notifications, вот он, or physio notifications, вот его объект, и у него есть методы, вот методы notify, close notification, get capabilities, get server information, notify. Вот. Значит, что я хочу сейчас воспроизвести? Я хочу сейчас с помощью дебаса на питоне послать некое сообщение службе системных сообщений, которое на самом деле проще всего было сделать вот так вот. Да? Можно было сказать notify send. Видите, ку-ку возникло вот здесь вот. 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 Вот то же самое хочу сделать из питона. Вот. Значит, давайте это сделаем. Уйди, противное. Нет, так давайте дефит закроем. Да? Значит, еще раз. Org free desktop notifications – это сервис. Slash org slash desktop notifications – это путь. Объект. Объект. Г-г-г-г-г-г-г.
объект называется org.freeze.stop.notifications. Блин, застрелиться. Три одинаковых названия. Пойди разбери, кто из них кто. И у этого объекта есть метод notify, который мы хотим вызвать. У него, правда, параметры офигенно сложные, но мы сейчас все это увидим. Значит, где там у нас питончик-то? Питончик. Вот он. О! Давайте. Вот. Что такое, что нам вернуло? Нам вернул так называемый proxy object. Если мы программируем для DBus, то, разумеется, нам нужен какой-то объект, который соответствует дырке, через которую мы общаемся с удаленной, с опубликованной службой. Вот это N, это proxy object для вот этого сервиса, вот этого пути. Да, значит, N. Что у него есть? А давайте прямо сразу почитаем help. Это вот такая фишка PDBus'а, что он сам ходит к интроспекции, сам смотрит туда внутрь, какие методы чему соответствуют, сам смотрит, какие у них параметры, и можно прямо написать help n, и он нам прямо напишет, какие бывают методы. Вот. Close notification, get capability notification. И какие у них есть параметры. Обратите внимание на кодировку, это называется сигнатуру параметров. Это такая договоренность. S – это string, U – это 32-разрядный int, A – это значит array, а S – это значит array of strings, а A с фигурными скобочками – это значит этот самый словарь. Это словарь, у которого индексы – это строки, а V – это, v, я забыл что, какой-то вариант, сложный тип данных, который может возвращать разные другие типы данных. Вот. То есть, если мы хотим банальный notify send сказать, то мы должны вот все-все-все вот эти параметры соблюсти, застрелиться. Вот. Ну, попробуем это сделать. Мы попробуем это сделать, причем попробуем это сделать не глядя в подсказку, которая там есть на самом деле, это подсказка. Давайте мы дефит закроем. Подсказка там есть, вот написано, какие параметры. Давайте попробуем сделать это не глядя, допустим, DBus монитор запустим. Давайте допустим где-нибудь DBus монитор. DBus монитор. Сессионного DBus'а. Он будет периодически спамить нас вот такими запросами, но тут уж ничего не поделаешь. Главное посмотреть, как работает Notify Send. Вот Notify Send отработал, и мы сейчас посмотрим, кто какой дернул интерфейс. Обе знаковые, да. Ща. Надо было не так сделать. Надо было сделать вот так вот. Конечно. Да ладно тебе. Во! Значит, как дергается этот интерфейс? Надо дернуть интерфейс org.freedescope.notifications, надо дернуть метод notify, и надо передать ему строку notify and send uint32.0, строку 0, непонятно, что это за параметры, заголовок куку, заголовок кукареку, пустой массив и достаточно пустого массива, пустого дикта. Вот, а здесь минус один в конце. Ну окей, давайте так и сделаем. Давайте так и сделаем. Значит, n.notify. Переписываем, что там было. Так называемый, господи, канал. То есть, нет, это им приложение. Нет, это именно канал. Кому? Какому из каналов? Ну, канал называется XFCE-NotifyD. Дальше. Нет. Нет, вот тут канал называется XFCE-NotifyDemon, да? А нет, называется NotifySend, черт. А, это имя приложения, которое, будет посылать, да? Тут можно что угодно писать, что там в подсказке написано. В подсказке написано тест. Ну, и мы напишем тест. Me. Это я посылаю.
Дальше. Дальше мы пишем, значит, 0. Дальше мы пишем заголовок. Header. Дальше мы пишем текст. И дальше мы должны передать пустой список и пустой словарь. Пустой список и пустой словарь. И еще под конец, там, кажется, нужно еще какой-нибудь... А, вот это вот. И уникальный идентификатор. Минус один. Пускай будет минус один. Че? Я что-то не сделал? Что-то не успел? Давайте подглядим. А, вот тут еще одна... Еще одна строчка, которая в примере dialog information, а здесь она пустая, по-моему. Да? Окей, значит... ну, хорошо, давайте напишем info. Можно потом почитать, что они все значат. О, смотрите, все получилось. А, это иконка. Это иконка. Вот этот третий параметр – это иконка. Видите, там вопросительный знак info. А если мы сейчас скажем вместо info error… Нет, не получилось. Ну, в общем, все равно. Dialog information. Dialog information. Понятно. Ну, неважно. Важно то, что это параметр иконка. Это сейчас мы можем просто даже почитать help. Да? А Python. Вот. Просто я не знаю, как они называются. И искать не буду. Но видите, она работает. Мы посылаем через DBus из Python вот такую нотификацию, используя довольно сложную конструкцию. Я честно признаюсь, я пытался с помощью DBus Send все это послать, у меня не получилось. Вот. Потому что сложно. А с Python, видите, 3 строчки. 4. Вот. Наиболее, как это правильно сказать, законопослушный и хорошо работающий с дебасом персонаж в нашей операционной системе – это как раз демон SystemD. Он, в принципе, спроектирован таким образом, чтобы по возможности общаться через дебас. Все API по управлению лежит в дебасе, потому что как еще? Какими-то сигналами трудно пытаться придумать какой-то свой протокол. Зачем? Да? Ну вот, вот. Давайте, значит, пример номер два. Возьмем, допустим, systembus равняется pdbus. Нет, pdbus. Systembus. Вот. И у него возьмем этот самый SystemD. Значит, обратите внимание на вот такое волшебное сокращение. Значит, мы могли написать, ну вот давай, sd равняется sbus, systembus.get. Мы могли написать следующее. Org, free desktop, что там, SystemD1, по-моему, он называется. Даже не будем смотреть, поверим на слово ему. Org. Дыщ. SystemD через E. Тоже нет? Огр. Огр – это прекрасно. О! И мы получаем какой-то вынутый из дебаса объект.
Конкретно PDBus для нас сделает прекрасное исключение. Да-да-да. Прекрасное исключение. Он говорит следующее. Если у вас что-то начинается на уровне FreeDesktop, выбрасывайте это. Если у вас имя пути совпадает с well-known name, выбрасывайте его. Поэтому мы можем написать вот так вот. И будет нам счастье. Вот. Что умеет самый SystemD? Он дофига умеет. Я же говорил, он управляется через DBus со всеми пирогами. Ну, мы хотим найти список запущенных list units. И вот вам, пожалуйста. Ну, давайте только по-человечески. For L in list units print звездочка L. О, вот вам, пожалуйста, давайте только сделаем вот так вот. Вот вам, пожалуйста, список всех служб нашего SystemD, полученный программным образом через DBus. Смотрите, какие поля. Название. Ну, давайте какой-нибудь сервис найдем. Сервис. Это сокет. Ну, вот какой-то сервис, да? Альтератор D-сервис. Название, описание, путь его в DBus'е. Вот. Ну, и там что-то такое еще. Вот. Такие дела. То есть, мы вполне можем... Да, теперь мы давайте поуправляем этим безобразием. Причем, в отличие от примерчика, где у нас мы сейчас будем системный юнит из питона дергать. Мы не будем дергать из питона системный юнит, мы дернем свой собственный. Значит, давайте мы вот. Давайте мы вспомним одну из предыдущих лекций, когда мы делали вот этот самый extern top сервис. Что это такое? Во-первых, это пользовательский сервис, не системный. А во-вторых, он просто запустит у нас терминал extern с параметром top. Вот. Значит, unit у нас будет, ну, description extern top, и сервис extern-etop. Да, запускается extern, запускает top. Все, простейший сервис. Ну, минус user, конечно. Вот он. Не включен, не рабочий, все вот это. Окей. Давайте его сначала запустим, убедимся, что он работает, запустим отсюда. Вот он запустился. Запущен, работает. Давайте мы его просто остановим, скажем ему ку. И он скажет, что он остановился. Succeeded. Все. Dead. Inactive dead. Вот. Inactive dead. Отлично. Теперь давайте из питона его запустим. Че? Какие проблемы? Значит, заходим мы в питончик. Ну, или прям сразу нам не понадобится ничего. From pdbus import. Что там у нас? Session bus. Проще так писать. Вот. SystemD равняется s.get. Что там у нас? SystemD1. Вот он. SD. Ну что, давайте сразу unit start. Unit start. Или start unit. Start unit, точно. Значит, какой? Xterm top. Service. Единственное, ему надо сказать, в каком он режиме запускается. Ну, допустим, что когда он fail, то он fail. Так. Чего тебе не нравится? Xterm top ему не нравится. Вуаля!
мы из питона, из программы на питоне запустили. Давайте его остановим, что ли. Ну вот он, да? Сейчас как так сделать, чтобы он остановился? Вот. Вот он. Вот мы его сейчас остановим. Чё? Stopped. Stopped unit. Упс, остановился. Мы можем управлять systemd. Окей. Это неинтересно. Ну, мы можем также подглядывать в нотификацию. У нас осталось не так уж много времени. Сейчас я подумаю, что еще такое показать. List units. Ну, короче, это systemd. Я вспомнил, что я хотел показать. Давайте мы сделаем вот что. Давайте мы сделаем, проделаем ту же операцию, которую мы проделали только что, а именно запустим DBus Monitor и будем подглядывать, что происходит в DBus, а сами, ну, допустим, знаете, что сделаем? Поменяем задник. Поменяем задник, ну, скажем, вот на такой. Вот на такой. Все, остановим DBus Monitor и поищем в этом заднике что-то типа wallpaper. У меня слово wallpaper отсутствует. Тоже нет. Ну, хорошо. PNG-то там точно есть? Вот. Вот. Смотрите-ка. Оказывается, задник меняется тоже через systemd. Для этого служит сервис под названием, сейчас скажу, кто. Видимо, xfconf. Вот. Объект тоже xfconf, интерфейс у него xfconf. Значит, тут было get all properties, он показал все возможные настройки, а мне нужен set. Так, сейчас давайте посмотрим, как это делается. Ну хорошо, ладно, не буду спойлить. Слово PNG зря я ищу. Во. Стоп. Get all properties. Backdrop. Last image. Мне нужен last image. Давайте посмотрим на него. Вот. О! Вот он, смотрите, мы идем к org.xfce.conf, говорим ему: дорогой org.xfce.conf, у тебя есть set property, значит, канал называется xfce4 desktop, строчка property last image, а значение внезапно имя файла. Окей, мы можем это сделать из питона, а можем сделать это и с помощью какого-нибудь, например, кудебаса, да? Дорогой кудебас. Кудебас, значит, xorg. Нет, org. Org. xfce. xfconf, да? xfconf, точно. xfconf. Объект org xfce xfconf. Метод org xfce xfconf set property. Дальше нам нужно передать было ему так называемый channel. Это свойство xfce-шное. Дайте отсюда выйдем, он меня сбивает с толку. Так. Потом значение property. Last image. И потом строчку. Строчку сейчас мы выдадим какую-нибудь. Ну, давайте посмотрим, что у нас там есть в этом самом
среди вот этого списка USR-шаря, вот здесь вот, да, вот какую-нибудь отсюда возьмем строчку. Давайте посмотрим, что там есть. Ну, вот давайте XFCS Stripes, например, да. Значит, это тогда мы пишем путь ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А здесь пишем XFCS Stripes. Шмяк. И оно заработало. Такие дела. То есть, я даже могу, наверное, теперь с помощью DebusSend'а сказать, это будет намного сложнее, но чтобы было понятно, как минус-минус session, минус-минус dest, вот эту фигню. Дальше мы все это копируем. А вот дальше интересно. А, опять забыл слэш нажать. Data item is badly formed. Что там нужно? XSA desktop is badly formed. Сейчас. Set property. String. Что, не хочет? Ща, погодите. Да, через ноду тоже работает. Ага, вот это то, что я хотел проверить. Ну ладно. Короче, не буду это делать через DebusSend. У нас осталось совсем чуток времени. Буквально, буквально ничего. Вот. Я хочу теперь показать пример сервера. Пример сервера мы сдерем прямо отсюда. Только не из этого места, а из соседнего. Сейчас найду это место. Ну, вот оно на самом деле. Это тот же Лев. Вот. Сейчас найдем это место. Это тьюториал, вот. Вот, собственно, вот это я хочу скопипастить. Давайте мы его просто тупо скопипастим, потому что кода тут будет много, и написание XML руками это то еще занятие. Вот. Просто посмотрим, что при этом здесь творится. Значит, что мы должны сделать? Мы должны определить класс, который будет у нас сервером, сервисом. В этом классе мы должны на XML написать его описание. Смотрите, такая структура. Имя интерфейса, well-known name. А, нет, имя интерфейса, well-known name будет потом. Значит, имя интерфейса, tutorial example. И описание двух методов. Echo string и hello, где тут еще должен быть. Что-то нет hello. Он бесхиловый какой-то. А в моем примере было. Ну, давайте потом его допишем. Ну, вот в этом примере было. Смотри, тут еще есть хило. Давайте посмотрим, насколько тот пример, который я скопипастил, лучше моего. Ой, нет, он какой-то хитрый. Давайте мы его уберем. Давайте лучше мой пример. Мой пример проще, и мне проще будет его объяснить. Там нет декораторов. Давайте еще разочек. Значит. Вот. Значит, смотрите. Вот простейший пример, только давайте мы это самое... Вот так вот и вот так вот.
чтобы пробельчиков избавиться. Вот давайте посмотрим простейший пример, который я тут нашел в сетях. Возможно, он более правильный. Значит, что у нас будет? У нас будет сервис. Этот сервис будет анонсировать два метода. Hello и echo string. Hello будет просто возвращать нечто, имя это не важно, типа S на любой запрос. Echo string будет принимать типа S вход, принимать вход типа S, то бишь строчку, и возвращать вход типа S. Вот. Вот два метода. Метод hello, который просто будет печатать hello, передавать обратно hello world, и метод echo string, который будет возвращать ту строчку, которую мы передали. А еще есть метод quit, который вообще ничего не возвращает, у него нет описания ввода и вывода, потому что он без параметров, зато он останавливает main loop. И вот здесь вот, это ради чего вообще затеял этот разговор, вот здесь вот мы упираемся в ситуацию, зачем нам main loop и откуда его брать. Смотрите, нам нужно написать сервер, который обрабатывает вызванные функции, такой RPC. То есть нам нужно написать что-то, что сидит на вот этой шине дебасовской, время от времени ловит оттуда сообщеньки, обрабатывает их, шлет их обратно, сообразно специальному типу. Вот. И все это за нас кто-то должен делать. На свете существует не так уж много мейнлупов работы с дебасом. Фактически предлагается два. Один взят из библиотеки GTK, другой взят из библиотеки Qt. К слову сказать, оба инструмента больших, которые мы смотрели сейчас, точнее не GTK, а Glib, оба больших инструмента, которые мы смотрели сейчас для обзора графического дебаса, Defit и Qt, дебас Qt, Qt дебас, как раз основано ровно на этих инструментах. Один на Glib, другой на Qt. Ну вот мы воспользуемся Glib для этого. Вот. Возьмем из глиба единственную функцию mainloop. Вот. И это даже не функция, это специальный управляющий объект, потому что им можно управлять, например, сказать loop quit. Да? Соответственно, вся наша программа будет выглядеть так. Мы откроем сессионную шину, зарегистрируем по вот такому well-known name наш сервис, у которого главная идея – это его описание. Обращаю ваше внимание, это docstring. На самом деле нифига не docstring. Это аннотация нашего сервиса. Если мы допишем тут какую-то ерунду, то, соответственно, в интроспекции будет ерунда. Вот. Здесь мы анонсируем интерфейс, анонсируем его два метода, три метода, и вот эти методы. Вот и вся любовь. Запускаем всю эту ерунду. Давайте убедимся в том, что его видно. Ну, чем будем смотреть? Кудебасом. Нет, смотрелкой, дефитом. Сессионная шина. Там должно быть нет чего-то там. Во, вот он. Нент, лев 21, pdbus, клиент сервер example. Смотрим, что у него есть. У него есть единственный путь, который он предоставляет. У него есть несколько интерфейсов. Обратите внимание, вот этот интерфейс, нет, лев pdbus, это мой, который я предоставляю. А вот эти три интерфейса предоставляет сам дебас. Со словами, а вообще-то можно поинтроспектить. Давайте поинтроспектим. Узнаете этот XML? Он плохо узнается, потому что он больше, чем то, что мы задали, но это именно он. Смотрите. Hello. Вот она наша. Вот она нашел hello. Да, нами описанное. Вот наш echo string, вот наш quit. Это тот самый XML. Просто он чуть более полный, потому что он рассказывает про все вот эти интерфейсы, не только про тот, который мы задали сами. Ну окей, давайте попробуем вызвать отсюда этот интерфейс. Где он тут? Вот здесь. Hello. Жмяк. Hello world. Давайте попробуем вызвать интерфейс echo string. Вводим здесь строчку. Ку-ку.
Шмяк. Вот. Если мы здесь введем не строчку, а, например, пустой, он нам выдаст ошибку. Говорит, слушайте, типизированное сообщение. Не прошло. Там должна быть тип S. Где ваш тип S? Вот мой тип S. Давайте то же самое сделаем из командной строки. Потому что дефит дефитом. Да, значит, кудебас. Кудебас. Напоминаю, кудебас по умолчанию сессионная шина. Нет. Лев трали-вали. Я нажал тап, он сам все мне достроил. Ну, что мы хотим? Ну, допустим, hello. Пожалуйста. Эхо стринг. Ага, говорит S. Ну, хорошо. Ку-ку. Пожалуйста. Debussend. Debussend. Тут интереснее. Значит, минус-минус print reply. Минус-минус destination. А, session. Session. Минус-минус dest. Дальше всю вот эту ерунду. Эхо стринг. Ку-ку. Badly formatted. И вот тут мы говорим, что на самом деле надо вот так вот описывать. И вот тогда она работает. Кстати, смотрите, сейчас мы сделаем quit. Quit. И у нас он внезапно прекратит работу. Вот сейчас мы его вынесем. Смотрите, мы сейчас скажем ему quit, а он завершится. Где это он? А, вот. Тидыщ. У него нет реплая, потому что на квит он просто свалился. Так и такие дела. Ну и последнее, поскольку мы чуть позже начали из-за моих тормозов, я хочу еще одну вещь показать и на этом закончить. Как мы уже видели, друг с другом SystemD, сервисы, десктоп, все кто угодно так общаются. Вот. А, я хотел немножко модифицировать сервер. Давайте опишем свой собственный метод. А то будет казаться, будто я все копипащу и все. Давайте мы опишем собственный метод, в котором который будет возвращать несколько строк. Мультистринг. Так, у него, значит, будет два параметра. Один параметр A, это S, это строка, а другой параметр U, num. Вот. Опишем сам метод. Multistring. Multistring self S num returns n strings. Да, и респонс у него будет не строка, а список строк, array of string. О! Ну, ради интереса, чтобы показать сложность вот этой всей структурной безобразии. Значит, ничего военного. S умножить на ну. И мне кажется, это все. Давайте проверим. Type U только. Вот. Да, значит... Type uname num. Второй параметр возвращает список строк. Ну, массив строк. Только тогда не так, а вот так. О! Массив строк возвращает. Шикарняк. Давайте попробуем его вызвать, ну, сразу из командной строки. Нет, давайте, во-первых, его запустим, да? И на этом мы закончим. И вызовем из командной строки debussend. Debussend самый страшный. Значит, что мы туда передаем? String. Мультистринг. Мультистринг. Но such метод. Мули. Мулистринг. Че не так? Давайте его побраузим тогда. Кудебасом сначала. Кудебас. Кудебас.
мутли, мутли, мутли. Я его назвал мутли стринг. Ну, оставим мутли, ладно? Она мутная все равно. Так. Мутли. Мутли стринг. Вот смотри. Мутли. Во, вот смотрите. Он говорит, ребята, у тебя параметр S, а надо, чтобы S и U, то бишь одно число строка, а дальше еще число. Ну, допустим, 10. Он говорит, не-не-не-не-не, ты мне тип укажи. Тип, я вам сразу скажу, тип uint32, чтобы не мучиться. Не, чё? Uint. Во! 7. 2. Видите, да? И возвращает список. Ну, вот такие дела. Понятно, что дебассендом, питоном... Да-да-да, спасибо, я уже написал мутли. Значит, дебассендом, питоном, в смысле, кудебасом, питоном, чем угодно, это будет удобнее, чем дебассендом. Вот. Ну, кудебас, например, смотрите, вот последняя демонстрация, кудебас, он прям сам умеет все. Обращаю внимание, нажимаю tab, да? И тут можно прямо написать вот так вот, и все будет работать. Он сам, поскольку он написан на Qt, Qt само умеет преобразовывать то, что мы вводим в правильный формат, оно же знает из-за интроспекции, какой формат с той стороны, ну и посылает. Ну и на питоне то же самое, не будем писать, мы уже писали на питоне все эти вещи. Вот вам сервер, давайте ему скажем uquit. Такие дела. Все, я и так выжрал довольно много времени, правда, я позже начал. Значит, я опять-таки вижу, что вопросов не было, есть только спасибо исправление к тому, что я делаю. Ну вот, собственно, и все. Таким образом, у нас общаются многие службы друг с другом, но не все. Важно заметить, что систем передачи типизированных сообщений на прикладном уровне было написано изрядно. Вот. И переход на дебас связан с некоторыми осложнениями. Ну, в частности, архитектура дебаса до какой-то степени даже конфликтует с архитектурой систем D, например. Вот. Например, дебас тоже умеет запускать сервисы сам. И вот все это потихоньку утрясается, не быстро. И самое главное, что поскольку мы имеем дело с свободными операционными системами, там принцип такой – работает и работает. Вот. Пока не сломается, будет работать. Почему бы нет? Соответственно, одновременно существует реализация нескольких прикладных шин, но появление SystemD, который пользуется именно дебасом, и переход на дебас, на стандартизированный дебас FreeDesktop.org, объявление его стандартом, наверное, говорит нам о том, что это вот, в каком-то смысле будущее. Ну, в том смысле, что это, конечно, уже настоящее, да? Но если вы собираетесь писать что-то, какие-то приложения, которые друг с другом общаются путем передачи типизированных сообщений, скорее всего, ваша дорога к дебасу. На этом, собственно, все. Всем спасибо.